После войны в Карабахе военная политическая ситуация в регионе изменилась. Об этом на заседании парламента Армении заявил министр обороны Вагаршак Арутюнян, передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ. Пытаясь оправдать позорное поражение Армении в 44-дневной войне, армянский министр отметил, что Армения якобы имеет дело с турецко-азербайджанской армией, которая, по его мнению, постепенно сливается воедино. Но де-факто мы имеем дело с турецкой армией. Для предотвращения этой угрозы, естественно, что структура нашей армии и армяно-российские отношения должны соответствовать этой угрозе. Реформа армии направлена на это. Кроме того, мы пересматриваем роль офицера в вооруженных силах, сказал Вагаршак Арутюнян.